Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем российского парламентаризма. Депутат принимает законы, это очень важно, и это наша большая ответственность. Но депутат еще представляет своих избирателей. Я, в частности, избиратель из Чувашской республики. И очень хочу вместе с главой Чувашской республики на основе программы, которую мы вместе разрабатываем, поднять уровень благосостояния жителей республики и сделать нашу Чувашию одной из самых передовых в Российской Федерации.